Всем привет! Я рада вас приветствовать на своем YouTube-канале «Обо всем понемногу» с Натальей. Сегодня 8 июня 2021 год, и я продолжаю заниматься. Сейчас у меня больше рыхления, прополка закончилась, грядок. У меня на очереди лук. Лук, как я говорила вчера, когда полола морковь и рыхлила ее, что лук я рыхлю руками, вот так, дабы не повредить луковичку зубчиками от рыхлилки. Меня устраивает такой вариант. Плюс разбиваются комочки. Очень удобно. Травы здесь у меня нет, потому что я его садила поздно. Здрасте. Вот так. Он у меня еще маленький по причине того, что его садила поздно. И когда садила, я, как я уже говорила, не замачивала. Поэтому вот маленький. А когда замачивала, то... И плюс у нас не было дождей. Хоть мы и поливали слейки, но это не то. Вот прошли дожди, и он сразу поднялся. Ну ничего, успеет вырасти. Хватит ему времени. Лук я сажаю на расстоянии вот руки. О том, как я его сажаю, я прикреплю видео прошлого года. Ничего не изменилось. В этом году сажала точно так же. То есть я вот так вот рыхлю и маленечко разравниваю, чтобы не было неровных ямок. Я, как всегда, с дочей. Вон там она спит в коляске. У нее дневной сон, а у меня дневная работа. У нас опять установилась жара. Поэтому очень жарко в огороде работать и днем. Но у меня других вариантов нет, как кроме работы днем. Мне вот сегодня по плану нужно дорыхлить грядки. Вот у меня лук остался. Репчатый, эксибишн. Ой, нет, эксибишна в этом году не сажала. Этот парей. Репчатый, парей и свекла грядка осталась. И мне надо вскопать вот то место, вот где я видео снимала, где у меня грядки. Ой, грядки, уже все заговариваюсь. То место, значит, где у меня стояли горшки с цветами, когда я их выносила в теплицы на день закаляться. Там у меня должны быть огурцы посажены в открытый грунт. Вот мне там надо сегодня вскопать. Вот. Поэтому рыхлю я быстро. Времени у меня мало. И вот так я буду делать. Сейчас покажу. Вот так. Шляпку не одела. Голову печет. Торопилась. Дочь спать сильно хотела. Уже некогда было шляпку одевать. Вот, уже за разговорами с вами прошла грядку половина. Грядки у меня длиной 5 метров, шириной 1 метр. Так, у нас длина 5 метров, это стандартная длина каждого огорода у нас здесь, у всех. Ну, а ширину грядки каждый выбирает как хочет. Мама узенькие моя делает, мне нравятся широкие. Вот сразу делаю бортики, как я уже показывала. То есть их дождями размывает. Я сразу делаю. И вот так продолжаю дальше. Все, я буду делать рыхлить дальше. Потом покажу. У меня 5 грядок. Лука, грядка лука-порея и грядка свекла. То есть мне нужно, пока дочь спит, 7 грядок прорыхлить быстренько и еще успеть скопать. А вечером прорядить огурцы в теплице, часть высадить на улицу. Вот такие планы. Ну, не считая ежевечерний полив, без этого никуда. Ну, в общем, не сидим без дела, работы всегда много. Ну все, камеру выключаю, продолжаю работать.